отзыв о денежной перезагрузке, которую проводила Оксана Вахрушева. Она называется на самом деле не денежная перезагрузка, а выгрузка страхов, связанных с деньгами. Проходила она несколько дней назад. Сказать, что это бомбическая была перезагрузка, это не сказать ничего. Я испытала настолько необыкновенные чувства, которые всколыхнули меня до самой глубины души. Я в момент этой перезагрузки почувствовала, что я должна сейчас, здесь, именно я должна выгрузить все страхи денег, все ограничения, все-все для того, чтобы мои все предыдущие воплощения освободить всех своих предков, и для того, чтобы расчистить своим детям, своим потомкам дорогу вперед, именно с точки зрения денежных моментов. Ой, прям не могу, я аж разволновалась. Я увидела своих предков, которых я даже никогда не знала, которых даже никогда о них не слышала, никто мне не мог об этом говорить. Я увидела их, словно они испытывали вот эти денежные лишения, как их раскулачивали, как они удирали от кого-то только за то, что они были богатые, что они имели много денег. За то, что они, может, были бы меценатами, может, не были, я не знаю. Но я поняла, что они очень-очень страдали. И вот это страдание передалось мне, и одновременно я отпустила, я простила и позволила этому уйти из своей жизни и из жизни моих детей и моих будущих поколений. Я почувствовала, как зажигаются все мои чакры, которые активированы, и как сущности, которые были связаны, вероятно, с моим страхом денег, просто отскакивают от меня, как горох от стенки. Это было очень необыкновенное ощущение. И вот на фоне вот этих вот избавлений от этих страхов мне привиделась дорога широкая, которая развернулась, как будто вся Вселенная идет мне навстречу. И я больше не боюсь. Я не боюсь жить, я не боюсь дышать. Я сбросила с себя лишнюю ответственность, которую всю жизнь тащила на своих плечах за все, в том числе и за обеспечение семьи материальными всякими благами. И в конце концов мне пришла на ум такая фраза. Когда-то она очень плотно у меня засела в голове и сидела, все время точила меня. Она выглядит так: денег хватит на самое необходимое. И вдруг я вижу: нет, денег теперь мне хватит на все, что я хочу. И я просто напрямую разрешила себе хотеть все, что я хочу, и оно все будет исполнено. Оксана, Игорь, Иван, огромная вам благодарность, сердечная благодарность за эту необыкновенную перезагрузку, за это необыкновенное ощущение свободы, которое я получила. И я понимаю, что, может быть, это и есть мой кармический долг перед предками, перед своей семьей, что я должна была освободить именно эту сферу жизни, чтобы мои все не боялись прихода больших денег. Огромная-огромная благодарность Оксане, Игорю и Ливану. А вообще, советую всем приходить в наш клуб пробужденных. Вы получите очень много полезного, очень много хорошего. Ваша жизнь изменится. Я вам обещаю.